Катайский район – один из живописнейших уголков Курганской области. Катайский рай. Добро пожаловать в Катайский район. У нас собраны природой и созданы человеком разнообразные диковинки и достопримечательности. На берегах реки Синара расположены необычайные памятники природы – Иванов камень и Ахонины брови. Синару называют самой красивой рекой. На ее каменистом дне можно увидеть самоцветы необычайной красоты – агаты. Агат используется не только в ювелирном деле, он имеет лечебные свойства. Снимает жар, успокаивает пульс и тахикардию, обеспечивает хорошее здоровье и долгую благополучную жизнь. Расположено месторождение на стыке границ Свердловской и Челябинской областей, что позволяет расширить границы экспорта нашего агата. Единственный в области равнинный водопад на реке Басказычке. Это водопад хорошего настроения. В наши заповедные, богатые дичью места приезжают поохотиться из дальнего и ближнего зарубежья. Охотники из Германии, Австрии, Венгрии – наши постоянные гости. В лесах Катайского района можно поохотиться на глухаря, утку, куропатку. Богат и животный мир. На территории Катайского района находятся два действующих женских монастыря – в селе Верхняя Теча и в селе Боровско. Гости едут со всех областей. Только последний год у нас побывало около 1500 человек. Не раз приезжали в Верхнюю Течу и знаменитая семья Заволокиных. Кто не любит быстрой езды? Автомобильные гонки – очень интересный вид спорта. Он притягивает внимание всех, независимо от возраста и пола. На протяжении 10 лет на Катайской земле проходят соревнования по автомобильному спорту. Ралли, спринт и автоподоборье проводятся ежегодно. Наши земляки всегда становятся победителями в различных командных зачетах. Сформирован многоэтапный кубок города Катайска. Участниками кубка по ралли-спринту в Катайске являются спортсмены и любители со всего Уральского региона. Из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также из городов Уфы, Пермь, Омск и даже Самары. Каждый этап кубка принимает до 45 экипажей. Это еще раз подтверждает популярность и востребованность ралли-спринта на Уральской земле. Мы ждем вас на Катайской земле.